Друзья, близкие родственники нашего сегодняшнего именинника, которого вы все обожаете, любите, уважаете, это несомненно, иначе вас бы сегодня таких красивых не было в этом зале. Я предлагаю всем поаплодировать нашему льву, сказать ему большое спасибо за то, что он есть у нас у всех. Все? И поздравить его с этой прекрасной, красивой, по-настоящему молодой, замечательной датой. Такая красивая дата должна быть приятна вдвойне. Будь сильным, здоровым, богатым, и чтобы всегда на коне. Удачи, добра и достатка, веселья и новых побед. На все пусть энергии хватит, а мы пожелаем 100 лет еще быть таким же успешным. И вот как сейчас молодым. И самое лучшее чувство дарить всем друзьям и родным. В подарок эта замечательная песня. Вот песня будет, Сейчас будет песня. Игорь, снимай песню. Своего ребенка могу поздравить с тобой. Чем здоровья тебе, счастья, долгих лет жизни. И чтоб ты так же дожил до этого возраста, чтобы Бог своих деточек поздравить 50-летие. Ну, по-моему, чуть-чуть осталось. Вообще, Вова хочет первый рассказать стихотворение. Пусть расскажет, он долго так готовился, пусть расскажет. Папа милый, самый сильный и красивый, самый добрый, справедливый, самый лучший папа в мире. Пусть немного ты седой, все равно как молодой. Сейчас не хочешь говорить, нету мне тебя родней. Ну что, дорогой мой, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, конечно же, здоровья. Хочу пожелать тебе, чтобы в твоей голове всегда рождались еще очень много идей и были силы и желания все это реализовывать, и планы, и идеи. Чтоб ты не старел душой, всегда был такой же жизнерадостный, бойкий. Еще хочу пожелать, чтобы у тебя всегда окружала твоя многочисленная семья. Ведь если есть семья, род, это наши корни, где-то делать человека сильнее. Также хочу пожелать, чтобы твои дети тебя не просто радовали, а чтобы ты ими гордился. Хочу пожелать, чтобы наше с тобой чувство продолжалось и длилось еще много-много лет, чтобы мы с тобой были рядышком. Я, конечно, училась стихотворение, но я сейчас волнуюсь, можно я его прочитаю? В твой день рождения хочу сказать спасибо за семью, за теплый дом, за доброту, поддержку, счастье и мечту. Любви желаю и добра, не огорчаться никогда и знать, что в трудности любой надежный тыл всегда с тобой. С днем рождения, любимая! Эти аплодисменты совершенно заслуженные, но это еще не все поздравления от семьи. Внимание на экран. Привет, уважаемый всей России. С юбилеем тебя, пап. Я тебя очень люблю и желаю только здоровья. И хочу сказать тебе спасибо за то, что ты всегда был моим лучшим другом. Ты всегда поддерживал. Умел поставить на правильный путь, воспитывал мужчин. Я всегда хотел быть похож на тебя, я тебе очень тобой горжусь, ты многого добился. И всегда я тебе горжусь. Вот. Днем рождения, пап, тебе еще раз все беды. 50 лет, охренеть, 50 лет. Ладно. Оттянись, пап, как можешь, как ты умеешь. А я пошел служить дальше. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, благополучия, ну и всего хорошего, чтобы у тебя...
тебя все было хорошо. Милана сейчас прочитает. Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь веселый вид, вовек не знать, где что болит. Поздравляю дядю с днем рождения и хочу прочитать стих. Дядя милый, дорогой, я горжусь всегда тобой. Ты во всем мне помогаешь и всегда все понимаешь. С днем рождения тебя не пугают пусть года. Ты всегда здоровым будь, про удачу не забудь. Дорогой Лёва, от всей души поздравляю тебя с днем рождения, с великой такой датой круглой. В общем, ты у нас лучший, любимый. Мы гордимся тобой. Здоровья тебе, дорогой. Спасибо большое. Сейчас, когда все собирались, вспомнили, как баба все время на тебя говорила: «Наш Лёвик, наш Лёвик». А наш Лёвик теперь уже вырос, 50. Стал уже лев. Да, даже не верится, как время летит. Ну что я хочу пожелать тебе? Ты у нас молодец, предприимчивый парень. Много чего в жизни добился. Родил детей. У тебя очень хорошая жена. Слава Богу, тебе в жизни повезло. Это твоя, как говорится, крепость. Мы желаем тебе всего-всего самого хорошего. Здоровья, любви, быть любимым. Чтобы у детей все было хорошо. Когда у детей все хорошо, тогда и у родителей все хорошо. Ну, дай Бог тебе. Я что-то так прям растерялась. Дай Бог, чтобы у тебя все и дальше было хорошо. Чтобы все у тебя клеилось. Счастья тебе побольше. Ну ладно, теперь я скажу пару слов. Лёва, поздравляю с юбилеем. Желаю еще долгих, минимум 20 лет проработать, здоровье, пока детей поднимешь. А там дальше потом на пенсию. Что-то много, надо на пенсию отправлять. Ты слишком много ему даешь времени работать. Детей-то надо поднимать, да? Поднимать, да. Окей, будет. Да. Здоровья, здоровья. Давай следующий. Лёва, мы тебя поздравляем от нашей большой мужской семьи. Хотим пожелать тебе много-много счастья. Чтобы всегда желания сбывались, осуществлялись, и чтобы этому не было границ, чтобы вы всегда жили в понимании. И надеюсь, что мы скоро увидимся. Едете к нам в гости с своей большой семьей. У нас больше места теперь. Хватает всем. Наконец-то достроились. Вот. Скажи, alles Gute zum Geburtstag. Лёва, alles Gute zum Geburtstag. Я тебя поздравляю по-немецки. Ich wünsche alles Gute, Gesundheit, viel Liebe, viel Erfolg. Einfach alles, alles Gute. Потом можешь это übersetzen. Переводчика найди. Да. Und jetzt sing mal. Alles Gute für dich, alles Gute für dich, alles Gute, alles Gute für dich. Уважаемые гости, если кто-то не понял, это были родственники Эльвира, Наталья, их вторые половины из Германии. Как прекрасно, век интернета, как мы все рядом друг с другом. Дорогой дядь Лёва, поздравляем с юбилеем, поздравляем от души. Пожелать хотим веселья, счастья, денег и любви.
Выглядит всегда отлично, чувствует себя на 5. Чтоб казалось неприличным, вам здоровья пожелать. Знаем, времени не хватит, все заслуги пересечь. С круглой даты поздравляю и спасибо, что вы есть. С днем рождения вас! С уважением тебе, Люба. Люба, хочу тоже от своей семьи еще поздравить тебя с днем рождения, с юбилеем. Пожелать тебе всего-всего большого, всего хорошего, удачи. То, что задумал, чтобы у тебя все получилось. Не останавливайся, иди дальше. Передаю жене. Дорогой братишка, с днем рождения тебя. Желаю тебе здоровья, счастья, всего-всего. Я хочу, чтобы у тебя всегда получалось так же, как и... Как и всегда, как и прежде, да. Семейного благополучия мы очень сильно тебя. Дорогой дядя Лёва, поздравляю вас с юбилеем. И хочу вручить вам медаль за взятие 50-летия. Марина! Дорогие гости, аплодисменты! Награждаю человека! Замечательный мужчина, сильный и в расцвете сил. 50 лет причина, чтоб стареть, старел ты и пустил. Бодрым будь и энергичным, золотым главой семьи. Будь счастливым безгранично. Утопая в большой любви. Пусть жена тебя не пилит, дети дарят радость дней. Пусть доход будет стабилен, лишь добра в судьбе твоей. Спасибо. Спасибо. С днем рождения!
любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. И всего того, что ты сам хочешь себе пожелать. И чтобы тебя детишки радовали, чтобы ты был доволен, всегда было у вас семейное благополучие, никогда вы не огорчали друг друга. В общем, всего самого наилучшего. Ну, что еще сказать? Вроде уже многое было сказано. Ну и еще и будет сказано. Могу пожелать долгих лет жизни, здоровья, счастья, исполнения всех желаний, чтобы дети радовали, чтобы было вся жизнь только самое лучшее и самое счастливое. Поздравляю вас еще раз с юбилеем. Значительная дата, много друзей здесь собралось, много родственников. Все тебя поздравляют, это очень-очень приятно и очень здорово. Я хочу тебе сказать, ты мой брат. Я люблю, когда ты мне звонишь. Я люблю, когда ты со мной разговариваешь. Я рада, когда ты мне пишешь, и я тебе отвечаю. Ты мой брат. Я тебя люблю. Я хочу подарить тебе диплом, он у тебя, наверное, будет уже второй или третий. К нему премия, она в конверте без налога. И вновь внимание на экран. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, успехов на работе, всего самого-самого, исполнения желаний. Что еще? Давай говори. Ну что еще? С днем рождения! Чтобы был всегда, как сказать, газунт. Здоровый. Здоровый, вот. Но... Успешный. Успешный, да. Чтобы жену свою любил, как я, своих девок тут. Давай. С днем рождения! Чао-чао! Дорогой Лев, не могу что-то Григорьевичу сказать сейчас. Хочу поздравить, потому что сам... Не слышно. Хочу поздравить с во втором... Надо посмотреть, в ноябре мой ребенок. Хотим поздравить вас со вторым 25-летием. Вот так. И хотим пожелать еще... как минимум два раза справить такой же юбилей. А желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена морем восторга и положить только положительными эмоциями. Желаем, чтобы все ваши замечательные идеи воплотились в новые начинания. Успеха, энергии, везения. Нескончаемого оптимизма, здоровья вам и всей вашей семье. Спасибо. Лев,
можно отметить еще один такой юбилей. Также как бы желаю удачи и везения в работе. Как говорится, первые 50 лет в жизни мальчика самый сложный. Сейчас будет все нормально. Я присоединяюсь. С днем рождения. Спасибо. Ты самый главный. Спасибо. И вот по зарожденной сегодня прекрасной традиции внимание на Лев Григорьевич, с юбилеем! Прими скромные поздравления от нашего семейства из Таиланда. Начинаем. Всего 50, чудесный возраст, накоплен опыт, мудрость есть. Тебя сегодня поздравляем и пожелаем всех несчастья. Чтоб был богатый, как Рокфеллер, врачей в глаза чтоб не видал, по долголетию чтоб форы бессмертному Кощею дал. Сейчас моё. Чтобы жена боготворила, страстей, чтоб шквал не утихал, фортуна счастье приносила, а ты, чтоб не стесняясь, брал. Поздравляем с юбилеем, с днем рождения, здоровья, счастья, любви, радости. Благополучия. Пока-пока. Дорогой Лёва, я тебя помню, помню мальчиком, я даже вот посмотрела, тут таких мальчиков молодых нет. Это такой юный, задорный, умный, всегда с дипломатом. Всегда знал, где занятия проводятся. Первый идет такой, за ним мой муж идет. Всегда вечно все в делах какие-то у них движниковые такие. Эти свои секреты умные. Что вам хотелось бы пожелать? Дай Бог здоровья, счастья, благополучия. Самое главное, ну мне сейчас, вот я так думаю, нет, не 50. Ну знаешь, ну цифра-то 50. А задор-то еще вот тот остался. Даже не буду говорить, сколько лет назад. Поэтому перспектив. Как можно больше перспектив. Больше планов. Творческих, бизнес-планов. Ну, естественно, ужинаем. Когда-то в далеком 1987 году встретились два подростка. Лёва и Витя. И 5 лет жили счастливо в одной комнате в общежитии. 5 лет. Так вот я что хочу сказать. Лёва, 40 килограмм назад нам было 18 лет. У тебя свои 40 килограмм, у меня свои 40 килограмм. Дай Бог тебе здоровья, счастья. Всегда свои носи свою корону улыбочку бабочкой. Ну так судьба распорядилась, получилось так, что он служил в городе Макаров один, а я служил на родине его предков, на Брянщине. Так что ничего случайного не бывает. И тут, в славном городе Сургуте, мы опять же нашей семьей с Леной, опять же по приглашению Лёвы мы здесь. Благодарны, что наша жизнь перевернулась в хорошую сторону. Дай Бог тебе здоровья, твоим деточкам, Мариночке тебе особенный привет. Жена красавица, подстать тебе, как и положено. С днем рождения, Лёва! Уважаемый Лев Григорьевич, поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе счастья, здоровья. Ну и еще много детей. Немного? Это сколько немного? Это ты... 5. Ого! Каждому, тебе и Марине. Вот ты смеялся когда-то, что в 50 лет, вот я уже старенький. А оказалось, недалеко ее, тебе уже 50. Угу. Так что... Вот. Годы это небольшие. Но уже годы. Ну, желаю тебе еще через 50, ну, хотя бы парочку сделать, а потом подумай. Это называется первая половина уже. Да, 50 это же всего. Так, вот, видео поздравления, присоединяемся, все, бля. Ну, присоединяемся.
Все присоединяйся к поздравлениям. Поздравляем с днем рождения, с юбилеем, счастья, здоровья. Ну, все рыбаки, Александр Мрадесович, я Коля, Николай Павлович, все присоединяются к поздравлениям. Все, пока-пока. Здравствуйте, девушка, мы к вам. Вам про чёрт. Мадам, девушка. Интервью. Спасибо. Про чё-нибудь? Как была я молода, да? Про молодость. А мы только вас и видим все время. Самая красивая молодая. Что-то вы заскучали. Нет, я решила от этого. И Ева. Ставлена
задуешь свечи ты в свой день рождения.